Здарова всем, ребята, меня зовут КентаПК, и прямо сегодня мы, ребята, будем банить этих животных, банить этих читеров в Stand of 2. Ребята, пожалуйста, поставьте лайки, если вы наберете много лайков, то продолжение будет прямо завтра. Поэтому, пожалуйста, ребят, поставьте лайки, и с каждым лайком, как обычно, на одного читера меньше. Ну что же, не будем терять времени, а мы начинаем. Лайки, подписка равно счастливый КентаПК. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор, заходи и выигрывай. Ссылка в описании. И первого читера скинул Сарамат Самакаев. Или Саракаев. Ну, ладно, проехали. Ребята, не обращайте внимания на то, что у парня 3 FPS, потому что, по всей видимости, телефон слабый, ну, и поэтому немножко подвисает. Так, ну что же, мы смотрим, идет парень с АКР-карбоном, у него 3 наклейки, видно, что парень успешный молодой человек, и, скорее всего, скоро по нему начнет стрелять читер. Ребята, готовьтесь, я скажу так, 3 секунды осталось, 3, 2, 1, да, пошло добро, ох, ребята. Представьте лицо этого читера, когда мы его забаним. Так, давайте звук сделаю немножко потише. Так, сейчас должны убить нашего подписчика. Да, убили! Ох ты, братанчик! Парень бил с USP. Вот это, ребят, запомните! Это ID 318-526-13. Парень думал, что его никто не забанит, но тут пришел КентаПК. Поэтому на слухте! И он тоже получит бан. Ребята, банить читеров всегда приятно, но гораздо приятнее банить читера, у которого дорогие скины, как у этого. У него есть АВМ Генезис и Керамбит. Ох, братик, зря ты начал использовать читы. Ребят, посмотрите. Вот вы сейчас видите вот это вот человекоподобное создание, которое целится непонятно куда. Ну, не знаю, в радиусе своей пипирки целится, и сейчас он убьет обычного игрока. Смотрите. Да, убил. Один выстрел, и он труп. Ребят, ну вот как можно быть таким негодяем? Вот его ник Жахан. Жахан, сегодня мы тебя жахнем. Так, ребятки, знаете что? Давайте мы зафиксируем его ID. Вот, пока мой подписчик его обзывает, мы, ребята, видим ID. Вот, 309-372-89. Жахан, удачи тебе. Спасибо, что попал в мою рубрику. Ты потеряешь весь свой дорогой инвентарь. Давайте перемотаем. Тут он еще пытается бить одного парня. Смотрите. Видите, он, читер, целится в стенку. У него в руках пистолет. И сейчас он убьет еще одного игрока. Вот как можно быть насколько бессовестным? Смотрите, да, убил. Слева, вот, видите, слева, да? Под минимапой видно. Жахан убил Рика. Эх, Жахан, ты был хорошим парнем. Потеряешь свой керамбит и АВМ Генезис. Жалко тебя. Нет. И наша постоянная рубрика «Читер-нуб». Ребята, посмотрите на этого нуба-читера. Смотрите, вот он бежит. Он увидел чувака, у него же есть ВХ. Увидел чувака, стреляет ему в спину, промахивается один раз. Промахивается второй раз. Промахивается третий раз. И с четвертой попытки, вроде бы как, он его только убьет. Да, четвертая попытка, блин, чувак, мне стыдно за тебя. Так, ID. 547-285-17. Спиди, дружище, ты тоже получаешь абонемент на Банановые острова. Вот нефиг играть с читами, так. Не, ну это уже сверх наглости. Чувак тупо залез в стенку и ждет контртеррористов. Не, ребят, ну это вообще не, максимальное неуважение. О, не. Походу этого парня я забаню в первую очередь. У него еще и спидхак, еще и в стенки влезает. О, это тут полный комплект. А, я понял. Это читернуп, ребят, ну как обычно. Читернуп, блин, если его убьют, я буду смеяться. Опять в стенку залез. Ну, только и могут так играть. Вот один на один, его бы, любой бы выиграл. Посмотрите. Провалился! Блин, опять читернуб. Ох, как же я ору с этих нубов. Ребята, ну, напишите, что вы думаете именно о этом читере в комментариях. Вот просто назовите его одним словом. Я даже лайкну вас. Ну, а теперь интерактив для моих любимых подписчиков. Ребята, посмотрите на статистику этого парня. Как вы думаете, это читер или нет? Потому что у него всего лишь 2000 убийств и серебряный ветеран. Ну это просто что-то нереальное. И общее время в игре
34 часа. Ну, ребята, я лично думаю, что это 100% читер. Как думаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, я не знаю, как по мне, тут без вариантов реально читак. Тем более у него АВМ на втором месте и точность 33%. Это очень большая точность, и я думаю, что он 100% читер. Как думаете вы? Напишите в комментариях. Ну что же, на этом читер-патруль подходит к концу. Ребята, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, это очень важно, реально, чем больше лайков, то тем скорее выйдет продолжение. Также присылайте ваших читеров мне в ВК, с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока. Также, если не сложно, подпишитесь на мой инстаграм, по-братски, реально, ну очень нужны ваши лайки, напишите хэштег «Есть видео».